Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствуем вас на Сетуньпарке на заключительном матче Западной премьер-лиги сезона 2018-2019. Встреча Аслан Гатагов против Успенского. В эфире я, Максим Киселев, и, конечно же, неизменный Дмитрий Ершов. Дим, привет снова. Здравствуй, Максим. Приветствую вас. Действительно, чемпионат у нас подходит к концу. Только что отгремели баталии решающего матча, матч, который определял судьбу чемпионской гонки. Портер смог навязать борьбу по КСП, забить на последних минутах, сравнять счет, ну и, соответственно, принести не только себе сладкую концовку сезона, но и чемпионство Титану. А это значит, что никакого золотого матча не будет, и именно данная встреча у нас будет и станет, да, окончанием чемпионата этого, да, сезона. Как не мечтали мы увидеть впервые в истории Западной премьер-лиги золотой финал, но ему свершиться было не суждено. Наверное, Титан всем своим турнирным путем в чемпионате доказал, что заслуженно занял первую строчку. Игру с Мегатитаном выносим за скобки. Ну и поздравляем, конечно же, Александра Зуева и Алексея Медведева с этой исторической победой. Титан впервые становится чемпионом. Ну а у нас заключительный тур Западной премьер-лиги, как я уже сказал. Успенская в традиционных черных цветах и в желтых, конечно же, Аслан Гатагов. Да, и давайте, наверное, сразу к стартовым составам перейдем. Начнем с номинальных гостей. Высокий прессинг в исполнении Аслана Гатагова. Но пока Успенская справляется. Но выйти из обороны представляется затруднительным. Итак, составу. Александр Васин, капитан команды. Сегодня охраняет и защищает последний рубеж. Действует на ленточке. Линия обороны. Александр Чех, номер 2. Справа в центре Эммануэль Макинде, номер 23. Слева Дмитрий Тарабриков, номер 3. В центре поля номер 9 Алекс. Справа располагается под 7 номером Виталий Комисов. В нападении Саид Диабате, номер 13. И слева в полузащите Кирилл Дубников, номер 10. Ну и состав команды Успенская, которая, как я уже сказал, в черных цветах. Следующие расстановки. Выходит в воротах под номером первым Виктор Рахманько. В защите центральный защитник — это Руслан Мухаметшин, номер 27. Справа в защите 22 номер Александр Ранжаев. И у нас уже первый гол во встрече. У нас первый гол. Отличная комбинация удалась сейчас Аслану Гатагову. Прекрасный выход из обороны. Все начал правый защитник. Ну а затем, да, это Александр Чех. Сыграл на Комисова. Комисов поставил Диабате. И Саид поразил пушечным выстрелом ближний угол ворот. Да, Саид Диабате. Отмечаем первый гол в сегодняшнем матче. Ну а Виталий Комисов, один из лидеров атак Аслана Гатагова, дает голевую передачу. Ну а я, пожалуй, продолжу расстановку. Команда Успенская. Слева в защите под третьим номером Андрей Спирин. Павел Ботов в центре поля действует под номером 23-м. Под нападающим два футболиста. Это Даниил Акименко, номер 10, и Антон Алтунин, номер 77. В атаке с первых минут на поле у нас появляется под 69-м номером Никита Грибанов. Да, Никита Грибанов. И, кстати, это не так часто. Он появляется именно в стартовом составе, восстанавливается после травмы. Но и вот сегодня уже готов именно с первых минут помочь своей команде. А здесь фолы. Фолы. Фолит Макенде. Рослый защитник. Кстати, очень много экспертов, специалистов, тренеров, да, кто вот играет в премьер-лиге, очень отмечает этого центрального защитника. Ну а главный тренер Аслан Гатагов часто использует его не только в обороне, но и где-то в опорной зоне, иногда даже и в нападении. Ну и помним, какой красивый гол, да, в предыдущих встречах забил Эммануэль Макенде. Да, действительно, очень качественный футболист. А вот Успенская получает возможность. И это Даниил Акименко, человек со страшным ударом, который забивал в последних матчах лидером нашего чемпионата. Ну вот издалека просто безупречно хлещет Даниил Акименко и сравнивает счет. Вот так вот у нас бойко начинается сегодняшняя встреча.
Да, ну и стоит сказать, что немножко, да, о турнирных раскладах, что этот матч, по сути, ничего не решает, да, интриги у нас абсолютно никакой нет в чемпионате, не осталось, всю распродали, но вот поэтому мы, наверное, ожидаем такой вот именно дружеский-любительский матч, в котором, ну, наверное, будет много голов, Максим. Но по первым минутам, во всяком случае, я думаю, что мой прогноз оправдается. Да, тем более, что, конечно же, надо отмечать тот фактор, что главный тренер команд, да, который ты уже сказал, Сослан Гатагов и, ну, Ильдар Зарипов, наверное, тоже можно сказать, что тренерский дуэт составляет с Вадимом Фирсовым, являются двумя приятелями, двумя друзьями, и они же возглавляют у нас молодежную сборную Запада, и тренерский дуэт очень здорово себя показал в турнире сборных, одержали победу, сыграли в ничью и заняли первое место, вышли в плей-офф, финал четырех, однако вот хотел я уточнить, по какой-то причине в календаре по полуфинальных матчей и почему-то наша молодежная сборная отсутствует. А потому что календаря еще, наверное, нет? На сайте вот он появился, возможно, какой-то ошибочный вариант. Ну, но... может быть, просто вторая подгруппа, которая более слабая, может быть, именно это расписание появилось, а вот нашу первую подгруппу еще... Не определили, но вот Эльдар Зарипов и Сослан Гатагов тренеры молодежной сборной. И сегодня будет вот такое интересное противостояние между ними. Ну и Вадим Фирсов, конечно, поучаствует, будет помогать Эльдару Зарипову на должности главного тренера команды. Вот сейчас можно бить, это Спирин подстраивался здесь под угловой, поданный Алтуниным, но не смог положить корпус, и мяч устремился ввысь. Атака Гатагова. Да, Максим, писал ты как раз в своем превью. О, здесь подтолкнули в спину. Да, абсолютно точно. Саид Диабате зарабатывает штрафной удар. Так вот, Максим, писал ты в превью, конечно, о континентальной футбольной лиге. И, точнее, прошу прощения, о сборной молодежи, да, но не стоит забывать о континентальной футбольной лиге. Ведь Успенская, по сути, собой представляла собой некую такую смесь, да, между команд Аслана Гатагова и Успенского, потому что много было все-таки усилений, ну и тренерский штаб был какой, да, все-таки... Дуэт. Дуэт, да, ну больше, наверное, где-то как раз Сослан Гатагов руководил командой, ну и, конечно же, прислушивался к Ильдару Зарипову. То есть, действительно, очень много таких вот параллелей, которые пересекаются. Это не параллели, а линии, конечно. Комиссов, прекраснейший удар, и Виктор Рахманько в таком в тигрином прыжке сейчас выручает свою команду. А Виталий Комиссов сделал заход на то, чтобы повести в счете. Здорово, ну, еще один стандарт. Да, еще один стандарт в исполнении Аслана Гатагова. Мы будем наблюдать. Подключился ли к атаке Эммануэль Макинде? Да, он на дальней штанге. Рослый футболист, вот можно по габаритным данным его выделить. Ну, такой худощавый и очень высокий. На него, наверное, пойдет подача. Но нет, Грибанов здесь помогает своим защитникам. Ну, не торопится Макинде. За этим мячом совершенно не стояла задача догнать, сохранить мяч в поле, в игре. Продолжается атака Гатагова. И будет ли удар? Нет. Передача. Ну и вот здесь вот все-таки забивает Аслан Гатагов. Это Виталий Комиссов. Активнейший. Подкараулил, подобедал там мяч после удара Ветвицкий. Это, по-моему, был там слева, да? Ну, как здорово сыграл до этого Эммануэль Макинде. Просто там из чистокола ног Успенского выбрался. Отдал предголевую передачу. Состоялся удар. Ну, разве... Мы, наверное, не пишем в премьер-лиге, да, такие вот голевые. Но, тем не менее... Но здесь, Максим, еще такой момент, что, наверное, можно было, да? И даже, по идее, нужно было отдавать передачу на дальнюю штангу. Но это Кирилл Дубников был. Да. Да, но вот тогда бы записали, безусловно. Ну а так, конечно, был удар поворотом, это абсолютно точно не передача. Да, ну а на Виталия Комиссова гол не записать нельзя. И вдобавок к ассисту Комиссов забивает мяч и выводит свою команду вперед. 2-1, Аслан Гатагов ведет. Ну и Успенская теперь будет отвечать. Вот он мяч теряет, но на подхвате все так же футболисты в черном. Читал, Дим, также твою статью, обзор предыдущего тура и, в частности, твои вот, прогнозы, которые ты делаешь к матчам. Ты вспомнил матч первого круга, да, который очень интересно получился. Трижды Успенская выигрывала и все-таки... Вела в счете? Да, вела в счете, вела в счете, и Аслан Гатагов трижды сравнивал. В итоге вырвал победу благодаря двум мячам в концовке Гиевре. Вот, к сожалению, теперь уже нет его в коллективе. Но хватает здесь мастеровитых темнокожих футболистов. Я думаю, что будет кому забивать и что
далеко не последний гол мы сегодня с тобой увидели. Абсолютно точно. Ну и я прекрасно помню просто тот матч. Довелось мне на нем работать. Интересный сценарий был, потому что вроде бы Аслан Гатагов, да, провалил, может быть, там первые 10 минут, условно говоря, пропустил гол. Но вот затем взялся за дело, хорошо действовал, намного лучше соперника. Но при этом вот такой вот парадокс футбольный, который часто очень встречается в этом виде спорта. Вроде бы одни играли лучше, но вели в счете другие. И после перерыва, в общем-то, такая вот интрига, да, у нас повисла, что же будет дальше. Ну а дальше, в общем-то, все так же и продолжилось. Успенская где-то уступала, ну, по игровым кондициям, но вот Гатагову, правда, удалось все-таки вырвать победу и 3 очка в той встрече набрать. Да, несмотря на заснеженное поле, зимний футбол. Вот сейчас опасна еще одна ситуация. Виталий Комесов отдает передачу в середину, с разворота бьет. Это был Саид Диабате, ну и чуть-чуть не точно, позиция была расстрельная. Так вот, несмотря на заснеженный футбол, команды показали хороший, качественный атакующий стиль. И, наверное, в принципе, это настроение и до сих пор передается обоим коллективам. Пожалуй, что обе команды имеют ориентированность на атаку. Ну, это вот одна тоже, да, из интриг, один из вопросов, которые можно перед матчем было поставить. Какой стиль у Успенского? Потому что все-таки от матча к матчу, смотря кто приезжает, да, кого вызывают, стиль команды меняется. И мы, да, спрашивали еще, по-моему, когда Успенская в первом дивизионе выступала, да, уже было понятно, что, скорее всего, класс свой повысит, но спрашивали, сможет ли команда играть от обороны, вот, с лидерами, будет ли, как бы, это делать вообще. Ну, что получили положительный ответ, но в чемпионате, пожалуй, мы такого... Ну, прям 100% игры от обороны мы, наверное, в исполнении Успенского не видели. Да, и, наверное, в связи с этим и результаты с лидерами немножко подкачали. Вспоминается разве что игра, стоящая особняком, матч против ЦДН, который в прекрасном стиле Успенская выиграл. Ну, а в оставшихся играх с лидерами очков набрать не удалось. Наверное, все-таки из-за того, что испытывает дискомфорт Успенская в тех матчах, когда необходимо обороняться. Безусловно, но стартовый сезон, в общем-то, нужно было где-то проверить свои силы, где-то обрасти мясом, ну и вообще привыкнуть, наверное, к уровню, да, борьбы в премьер-лиге. И как раз Успенскому, наверное, ну не то чтобы повезло, да, но хорошо, что вот борьба за выживание, по сути, отсутствовала, и какое-то спокойствие все-таки у футболистов на душе оно присутствовало. А в следующем сезоне придется, наверное, уже немножко на других, да, скоростях играть и вообще иную борьбу вести, в том числе за сохранение прописки. Да, действительно, в этом сезоне задачи в чемпионате, ну, решены, не решены, это еще все-таки вопрос. Думаю, что все-таки рассчитывали на большее. И Аслан Гатагов, и Вадим Фирсов, вот перекинулись мы с ним перед матчем парой фраз. Наверное, 9-е место для Успенского — это не то, чего хотел видеть Вадим в итоге. Спирин, какой удар! Поворотом! И сейчас с трудом вратарь выручает. Действительно, в девятку просто-напросто мяч летел. Ну и Аслан Гатагов с его игрой, его командой, думаю, что тоже рассчитывал на большее, а вот сейчас мяч каким-то чудом не попадает в створ, атака продолжается, ну я не знаю, как там с метра не забивали футболисты Успенского, должны были сравнивать. Ну много-много опасных моментов в этой игре, мы этого и, безусловно, и ожидали. Перехват Успенского немножко не точно было сыграно. Тем не менее, отметим также, что сезон продолжается, и оба коллектива у нас прошли в четвертьфинальную стадию Кубка Запада. Вот Успенская в тяжелой борьбе обыграл по пенальти, лишь по серии пенальти смог обыграть ЦДН-2, команду, которая претендует на повышение, на выход в высшую лигу. В общем, 2-2 закончилась встреча и 5-4 по пенальти. Ну а Аслан Гатагов очень уверенно обыграл 7-е место первой лиги, команда Adidas. 8-1 закончилась встреча. Ну и какие соперники предстоят нашим сегодняшним оппонентам? Это Титан у Успенского и Мегатитан у Аслана Гатагова и его коллектива. Способны ли, Дим, пройти эти коллективы? Я могу сказать, что перипетии Кубка Запада-то таят в себе очень много сюрпризов.
И, безусловно, в этих матчах будет фаворит. Здорово, Васин, конечно, играет на ленточке ворот, постоянно спасает свою команду. Будет, конечно, фаворит. Понятное дело, что в силе Титана и Мегатитана сомневаться не приходится. Но почему бы и нет, почему бы и не пройти? Собственно говоря, все реально. Ну а что касается сезона, я как раз по поводу Аслана Гатагова, да, можно было, наверное, хотеть, да, и требовать от команды чего-то большего, но ты вспомни, как этот сезон проходил, что в декабре, когда был Новый год, в эту новогоднюю пору, пришлось чуть ли не всю команду обновить с Асланом Гатагову, и вот в связи с этим как раз сейчас, мне кажется, что набирают они где-то игровые кондиции, приходят уже какому-то стабильному сочетанию футболистов, и вот сейчас уже, наверное, стоит от команды чего-то требовать. А так сезон, ну, можно отнести к числу переходных. Еще один опасный момент, и здесь забивает гол уже Комиссов. Как раз из передачи делает это Саида Диабате. Да, Диабате был просто великолепен, пробросил мяч туда направо, прострелил на Комиссова, и Комиссов уже дубль в сегодняшнем матче делает, вдобавок голевой передачи, лидер своей команды, воспитанник московского «Динамо». Ну, какая великолепная реализация у Комиссова, как сейчас он элегантно и пластично развернул левую стопу, очень красивый эпизод, и Аслан Гатагов делает заявку на победу в этом матче. Подтверждая, наверное, свой статус фаворита, учитывая турнирную таблицу. Посмотрим. Думаю, что Успенская не будет сдаваться и возможности будут возникать. Безусловно, должны теперь уже наши рублевские ребята проявлять характер, цепляться за эту встречу. Нужно забить, и обязательно нужно забить еще в первом тайме. Тогда вторая половина встречи пройдет вновь в обоюдоострой борьбе. Ну и, кстати, в эпизоде с третьим забитым мячом апеллировали к арбитру. Футболисты Успенского считали, что Саид Диабате там рукой оттолкнул одного из защитников. Александр Чех здорово выцарапывает, бьет. И Рахманько сейчас не пытался даже ловить этот мяч, а отбил и только лишь вторым касанием зафиксировал в своих ладонях. Лежит сейчас до сих пор Саид Диабате в штрафной площадке. Даже так здесь пару отжиманий сделал. Ну, видно, что раскрепощены обе команды, не чувствуется никакого психологического напряжения. Это, наверное, в каком-то плане на руку нам и нашим зрителям, поскольку можем наслаждаться таким вот раскрепощенным, ну, каким-то таким футболом с энтузиазмом. Безусловно. Ну, а что у нас, кстати, Максим, по заменам? Неужто еще ни одной не было в этой встрече? Нет, пока что главные тренеры считают, что справляются с поставленными задачами футболисты. Те 16 футболистов, которые на поле вышли. Ну, я так видел, что хотя Успенская достаточно большую заявку на сегодняшнюю встречу привезло. Активно они разминались там на дальнем третьем поле. Ну, и у Гатагова тоже присутствуют резервисты. Ну вот сейчас как раз вот, Дим, как ты накликал. Вот две замены готовятся в составе Успенского. Напомнил главным тренерам, что действительно есть еще резерв, есть кем усилять. Ну и вот Вадим Фирсов сейчас дает последние напутствия, последние установки двум своим подопечным, которые в следующей паузе появятся на поле. Ну а у нас опасный момент. Грибанов с мячом. И штрафную площадь его вытеснили, но вновь Грибанов ставит под удар и гол! Гол забивает Успенский. Помог нам, наверное, да, все-таки рублевским рикошету, но гол Акименко мы обязательно записываем в актив команды в черной форме. Дубль Данила Акименко, да, наверное. Его отец сейчас, я думаю, что смотрит трансляцию, Андрей Акименко. Вчера его команда «Атлантис» содержала победу с невероятным счетом 12-6 над «Аланией». Полагаю, что смотрит матч и, наверное, отцу нравится действие своего сына. Даниил Акименко отвечает своим дублем на дубль Виталия Комиссова. Но был еще гол в самом дебюте поединка, и Аслан Гатагов пока выигрывает 3-2. Но вчера вообще очень много таких счетов было, которые мало кто мог спрогнозировать. Да. 8-7 «Арсенала»,
С Портером, конечно, ну, наверное, никто не перепрыгнет. А тем более исход такой, да, что Портер, команда, претендующая на верхние стыки, уступает Арсеналу, который уже... борется за выживание или... Уже покинул, уже покинул, уже не борется, да? Да, если спортивный принцип будет здесь полностью действовать, то Арсенал уже будет во второй лиге и вырывает победу у Портера. Очень неожиданный результат. Да. Очень неожиданный результат, но и сколько было забитых мячей, да. А в этой встрече... победу Мегатитана со счетом 6-0 мы также вспоминаем. В общем, действительно, вчера такая вот какая-то аномальная. Тур неожиданности. Ну и ты знаешь, для многих зрителей наших и любителей западной премьер-лиги результат футбольного клуба сотрудников прокуратуры против Портера тоже был удивительным, поскольку у ФКСП такой был шанс зацепиться за золотой матч. И все-таки, ну, Портер, наверное, показал, что где-то может участвовать в распределении медалей и влиять на самые важнейшие исходы нашей элиты высшей лиги. Ну и повлиял, действительно. Но, с другой стороны, здесь нужно не от Портера, наверное, больше исходить, а от ФКСП, все было в их руках. Но у нас опасный стандарт, спирину мяча, разбег, удар, попадает в стенку. Да, и это снова Комесов, и здесь помогает своей команде, а спирин здорово выкручивал туда в угол, внутренней стороной стопы, угловой сейчас торопится подать Алтунин. Подача, но там никого не было на самом деле, даже из футболистов Успенского. Спокойно защитники разобрались, но здесь спирин фалит. И был на самом деле в каком-то плане вынужден это сделать, потому что не успевали абсолютно точно его партнера вернуться в оборону. Но один уже мяч на контратаках мы видели в исполнении Аслана Гатагова. Действительно, контратаки работают у этой команды. Хорошо отточены. Александр Чех сейчас сталкивается с прессингом от Антона Алтунина, вынуждая Васинова выбивать мяч туда к штрафной. Ильин на подборе. Играет вперед, есть Грибанов, цепляется за мяч на фланге. Оттуда уже пришел второй гол, посмотрим, как Грибанов разберется в этой ситуации. И постоянно он оказывается в единоборствах с Макенде, а Макенде получает желтую карточку. Не вторая ли? Нет, первая пока что желтая карточка, как я понимаю, первая и в нашем сегодняшнем матче. Ну а Грибанов какой молодец, да, в двух безнадежных ситуациях из первой выжил гол, а из второй стандартное положение в опасной близости, а также и на желтую карточку Макенде посадил, да, здорово действует Никита Грибанов. Ну и стандарт, вот почему-то мне показалось, что была уже желтая карточка, но может быть это перипетии какого-то другого матча, удар по воротам, вновь Спирин, доверяют ему партнеры, постоянно он бьет по воротам. Ну и угловой будет подавать Алтунин. Хорошая подача. Это там пришел Руслан Мухаметшин, подключился. И похоже, что рикошет был. Рикошетом, да. Повтор. В исполнении Успенского. Шайдабеков здесь можно бить. И бьет Ильдар, но подставляет самоотверженно голову защитник Гатагова. Чех первый на мяче. Ну и сброс будет на Рахманько. И Рахманько тоже мяч отпасовывает своему партнеру. Это Шайдабеков, вариантов впереди не было. Вынужден был вернуть Виктору назад и дальний ввод на Грибанова. И Рамжаев там тоже поддерживал, но мяч уходит за пределы поля. Грибанов у нас уже играет не как нападающий, да, как правый вингер такой вот настоящий. Постоянно оказывается именно на правой бровке. Но оттуда, наверное, не так удобно угрожать воротам соперника, нежели из центральной зоны. Успенская первая на подборе. Шайдабеков обыгрывает здесь Дубникова. Мяч сохранил в поле, но вот передачу сделал неточную. Комесов под свою левую и зарабатывает штрафной. Спирин сбивает Комесова, не давая тому наносить удар. Какая левая уже Комесов показал в сегодняшнем матче во всем чемпионате. Ну такой настоящий дирижер атак команды Аслан Гатагов. Ну и у мяча как раз Комесов, Дубников. Думаю, что Дубников будет наносить удар. Вот сейчас что-то, кстати, Саслан Гатагов подсказал своему рослому полузащитнику, 10-му номеру. Да,
не слышим мы здесь, что какие. Ну вот после этого подсказа Дубников уходит туда вперед. Подсказал уйти. Подсказал уйти, да, где-то так. Ну, не думаю, что навес будет, явно ударная позиция. А, Дубников пошел Рахманько там мешать. Угу. Дубников будет на подборе работать, но удар наносит... Нет, подождите, еще пока рано. Но вот, может быть, сейчас Комиссов все-таки пробьет. Бьет точно в руки Рахманько. И тоже Успенская несется в контратаку. Алтунин переводит мяч на правый фланг. Есть там партнеры. Ильин. Да, ни Шайдабеков, ни Грибанов не смогли добраться до этой передачи Ильина. Перехитрил своих партнеров, полузащитник под номером 14. Дима, а удар все-таки доверили Тарабрику нанести. Комиссов там вместе с Дубниковым мешали Рахманько, а Тарабриков пробил. Вот неожиданное такое решение. Вот, наверное, именно это Сослан Гарагов и подсказывал своим подопечным. Да, нужно пытаться запутать соперника. Нас-то запутал уж точно. Нас точно, абсолютно. 5 минут нам подсказывают, что остается в первом тайме. Гатагов ведет в счете, но ведет всего лишь в один мяч. И ситуация у нас сейчас на тоненького. Македе вроде бы разбирается в центре поля, но все-таки мяч теряет Аслан Гатагов. Шайдабеков сбрасывает на Рамжаева. Удар слева не получается у защитника Успенского. И мяч даже не на отворот, а на ваут вообще выходит после этого удара. Да, свалился мяч с ноги, абсолютно точно, но у нас замена, пока есть пауза, есть возможность объявить выход Юрия Хюсени на поле под 11 номером. Ну, Александр Чех не торопится выбросить аут, его команда пока что выигрывает. Комиссов, как здорово, сейчас Спирина обыграл, и Рамжаева прокидывает, он даже успевает свалить, будет бить слева, и фантастический момент у Комиссова, который он сам себе создал. Если бы сейчас не самоотверженный подкат, это был Руслан Мухаметшин, то быть бы уже и четвертому голу. Знаешь, подкат не только самоотверженный, но очень своевременный, потому что пришлось катиться, да, то есть заранее принимать это решение, опасный момент. Это как раз вот чуть ли не первым касанием, да, мог отличиться Юрий Хюсени в этой встрече. Здорово вроде бы оказался, да, вот в нужный момент, в нужное время, но... Недоразвернул стопу. Да. А у нас очень интересное противостояние. Вот Спирин, который уже очередной удар в створ наносит, и Васин, который ворота Гатагова защищает. Вместе они играли за команду «Космос» в премьер-лиге Запада. Хорошо знают друг друга. Ну вот и такая дополнительная мотивация для двух футболистов в сегодняшней игре. Ну, честно говоря, не думаю. Все-таки не так долго они вместе играли. Вот. Ну и потом давно это было. Думаешь, они не помнят, в отличие от меня, эту фразу? Я был удивлен, да, что ты помнишь, честно могу тебе сказать. Ну, на том мы здесь и бороздим просторы Сетинского парка всеми днями напролет. Абсолютно точно. Игрок на газоне, травма. И, по всей видимости, она не очень серьезная, сможет все-таки продолжить встречу. Ильдар Шайдабеков. Да, поднимается и бежит туда направо открываться. А Ильин, дальняя передача на Хюсени. Нет, Комиссов сегодня очень здорово играет. Ну и не рискует сейчас защитник Успенского. Чех в центр вводит мяч, на Алекса играет. Здорово, конечно, действует с мячом Алекс. Очень так вот нежно работает со снарядом. Постоянно находится с мячом, ну и очень, конечно, хорошая скорость, да, очень хорошая подвижность и мобильность. Да, быстрые ноги, действительно такая вот мини-футбольная, что ли, пластика, да, и да, очень техничный футболист в составе Гатагова. Вот сейчас как раз он был с мячом. Ну и неспроста он играет в середине, да, есть же довольно-таки известная поговорка, да, покажите, кто у вас играет в центре, и я скажу, что у вас за команда. Да, действительно заслуживает эту позицию. И очень здорово Алекс дирижирует атаками своей команды. Вот он с мячом. Нет пока продолжения. Ильин, ой, как Ильин здорово в отборе сейчас действует. Вырывает мяч на Шайдабекова. Шайдабеков через Хюсени. Перевод на Рамжаева. Но Ильина все-таки выходит. Да, хорошая ситуация сейчас аж к
крякнул, что ли, Вадим Фирсов, досадуя, что не сравняли счет под занавес первого тайма. Извини, Максим, как Дональд Дак, ты имеешь в виду в этом плане? Да, может быть, даже как Скрудж Макдак. Еще один удар Спирина! Ну, во всяком случае, Спирин точно сегодня заряжен на гол, а на вот эти дальние удары постоянно он угрожает воротам соперника. Спирин сегодня очень активен. Ну и вообще, мне кажется, что это тренерская установка, да, подключаться к Спирину и бить по воротам. Да, шикарный удар у Спирина с двух ног, и с правой тиранит Александра Васина, ну и с левой показал, что может как следует предложиться. Единственное, что вот Виктор Рахманько сейчас просит его попадать все-таки. Ворота Чех, сейчас поставил корпус. Ну и истекает у нас уже время первой половины встречи. Наверное, последняя атака пойдет в исполнение Гатагова. Ну и стоит отметить, что абсолютно нет никакой грубости. Очень мало фолов, в принципе. Если они есть, то больше носят какой-то тактический характер. Игра очень такая вот вежливая, действительно дружеская. Рамжаев находит Грибанова. Тот на Шейдабекова отыгрывает головой. Ну и Шейдабеков, такой, знаешь, у него в приоритете все-таки передача назад, да, очень редко играет этот футболист вперед, а этих обострений как раз не хватает сейчас Успенскому на последних минутах первого тайма. Ну и звучит у нас свисток арбитра, счет 3-2 в пользу Аслана Гатагова, команда уходит на перерыв, ну и передохнем пару минут и мы. Давай. Ну, возвращаемся мы, дорогие друзья, на Сетунский парк номер один. Последний тайм у нас в чемпионате сезона 2018-2019. Сегодня встречается
команды Аслан Гатагов и Успенская. Гатагов выигрывает после первого тайма с счетом 3-2. Конечно же, по цветам вы узнали Гатагов в желтой форме, Успенская в черном. Для вас в прямом эфире работаю я, Максим Киселев, мой коллега Дмитрий Ершов. Ну и, наверное, по составам играющих команд. Начнем с Успенского, который пока что в счете успевает 2-3. Дима, или с Гатагова ты начнешь, как удобно? Да без разницы, абсолютно. Давайте с Гатагова начнем, раз в первом тайме начинали. Александр Васин, да. Капитан команды, занимает место в воротах. Трио защитников. Александр Чех, второй. Эммануэль Макенде, 23-й. Дмитрий Тарабриков, 3-й. А в центре поля действует Алекс, номер 9. Справа ему помогает Виталий Комиссов, 7-й, слева Кирилл Дубников, 10-й, и на острие атаки номер 13 Саид Диабате. Ну и команда Успенская выходит в следующем составе на второй тайм. В воротах под первым номером Виктор Рахманько, в защите 22-й номер Александр Рамжаев, 27-й номер Руслан Мухаметшин, линия полузащиты в центре, 23-й номер Павел Ботов, 3-й Андрей Спирин, 10-й номер Даниил Акименко, автор двух забитых мячей, 77-й Антон Алтунин, ну и на острие атаки, конечно же, Никита Грибанов, у него номер 69. Ну и пока у нас Аслан Гатагов в атаке. Пытался Дубников запутать своими финтами двух защитников, но вот двоих, да, наверное, обмануть не удалось. Комиссов уже с мячом на углу штрафной площади. И отличный перевод. Там совершенно один Александр Чех. Бьет он по воротам. Да, колышется у нас сетка, но с внешней стороны сетки попадает Александр Чех. И Спирин сейчас потихоньку начинает выбираться в атаку. Павел Ботов. Грибанов зацепился за этот мяч. Алтунин вторым темпом. Ну и нарушает правила сейчас оппонент. Никита Грибанов снова выигрывает ситуацию для своей команды. Выигрывает единоборство. Да, ну и мяч остается у черных. Широко играет Успенская. Ну, кстати, Аслан Гатагов, да, в этом компоненте не отстает. И футболисты сегодня используют всю ширину поля. Ну, сейчас Алтунин совсем уж широко дает Ботову. Никак там не успевал Павел к этому мячу. И Александр Чех будет вводить мяч из аута. Далеко бросает, но не точно. Ну, и вот здесь вот передача пяткой, которая едва не прошла. Грибанов, как мне показалось, был не готов к таким выкрутасам своего партнера. Акименко. Против Алекса. Удается ему пройти центрального полузащитника. Но вот дальше атака Успенского захлебывается. И Тарабликова там прошли, но Эммануэль Макенде в последний момент подстраховал своих партнеров. И мяч уходит на угловой. Алтунин неизменно подает стандартное положение. Рамжаев подстраивается здесь, но удара не будет. Снова Алтунин, можно подавать. Подача Ботова, одного оставляют. И Ботов сравнивает счет. 3-3 в нашем матче. Ну и руки в брюки, я хотел сказать. Эммануэль Макенде так вот руки на пояс поставил. Именно он играл с Ботовым по позиции в этом эпизоде. Ну и вот сейчас Ботов его абсолютно точно перехитрил. Сумел опередить, сыграть первым. Ну и, конечно же, никаких претензий к голкиперу, к Александру Васину. Ну, здесь абсолютно мы адресовать не можем. Все было сделано грамотно. Да, действительно, удар в упор. Антон Алтунин вкладывает. И здесь перехват! Акименко! Есть партнер на левом фланге. Удар поворотом. К нему абсолютно готов Васин. Удар у Алтунина получился неопасным. Васин принял правильную позицию на ленточке. И, наверное, если пропусти этот мяч, тогда бы претензии можно было предъявлять. А вот здесь Комиссов получает возможность. Прекрасный гол. Да, хитрик оформляет полузащитник Аслана Гатагова. Ну и вот только, да, Успенская приблизилась к своему сопернику, только счет сравняла, как тут же Гатагов выходит вперед. Вновь в этой встрече лидирует желтые. Да, просто великолепен сегодня Виталий Комиссов, что он вытворяет на поле. Три мяча, голевая передача и просто-напросто дирижер этой команды в атаке. Великолепная левая нога, полузащитнику очень высокого уровня. Ну и снова Аслан Гатагов выходит вперед.
Счет у нас 4-3. Дим, знали мы с тобой, что будет много голов в этой встрече? Да знали, знали, да. Мы... Хотя, знаешь, вот так вот перед матчами действительно прикидываешь себе расклады какие, да, как могут сыграть команды, как счет может развиваться. Но иногда приезжаешь, смотришь, а там 6-0. Да. Я все не могу забыть про вчерашний матч, уж простите. Действительно, такого не ожидалось. Обескураживающий счет, конечно, в этой игре. С Ярославом Моисеевым, мы как раз с нашим уважаемым оператором, который с нами здесь работает, переписывались и спрашивали друг друга, что вообще происходит. Мы совершенно не понимали, как это все может быть. Но, тем не менее, 0-6, а Титан все равно чемпион. Все-таки заслужил Титан, да, если убрать эти матчи. Эти два факта в одном предложении действительно очень странно звучат. Это просто редчайший случай такой, да, что такое произошло, такое случилось. Ну, это футбол, чего в нем только не бывает, вот бывает и такое. И то правда. Ну, а у нас стандарт, который похож на угловой, прострел, и вновь Ботов вырывался на ударную позицию. На этот раз здорово с ним действовали защитники. Снова Ботов здесь на Акименко. Слева будет ли прикладываться? Нет, отдает пас, а Дубников перехватил. Там прочитал это намерение Акименко. Ну и Спирин здорово расставился, не дал пройти Дубникову вперед. Удар, ну, очень неточный, к тому же и не сильный, да, получился. Явно мяч не так, как нужно полетел. Корабриков. И играет по бровке. Здесь есть кому зацепиться. Здесь Саид Диабате уже на левом фланге набирает скорость. Комисов как хорошо ему в касание отдал. И прорывается Диабате на дальнюю штангу. Открывался там Дубников. Действительно, адресат у этой передачи был. Но вот нужно было сделать ее немножко поточнее. Да? Чуть бережнее отнестись к этому моменту. Ботов около своей штрафной площади приходится принимать мяч. Грибанов, ну вот сейчас чуть трусы не снял с Акименко, его Эммануэль Макинде, да, такой интимный момент вы могли увидеть в прямом эфире, и сейчас вот возмущается Рамжаев действиями оппонента Эммануэля Макинде, да, действительно вот такой да, вот. Да, сейчас вот помощник главного арбитра встречи Евгений Зубов что-то подсказал, да, главному судье. И я думаю, что таких моментов больше мы не увидим в этой встрече. Да, а мне вспомнился эротический знаменитый фильм, который называется «Эммануэль». Собственно говоря, Эммануэль Макинде мне напомнил эту замечательную картину. Макс, тебе просто нельзя выходить на футбольное поле, мне кажется. Слишком много у тебя ассоциаций сразу возникает, когда ты видишь футбольные трусы. Ну, такой у нас сегодня не напряженный, так скажем, матч, поэтому различные аналогии порой приходят. Но вернемся к футболу. Павел Ботов сейчас продолжает нажим, команда его пока проигрывает, ну и Васин все-таки забирает этот мяч. Ну, возвращаемся от эротики к футболу. Успенская развивает атаку. Грибанов неудачно здесь цепляется за мяч. Но и вновь Гатагов получает шанс на контратаку. Но и вновь вот эти вот передачи поперек поля. Да, тут в детско-юношеской школе, наверное, бьют по ногам указкой после таких передач. Потому что абсолютно точно никого такому не учат. Но вот... Здесь все-таки иногда, да, наверное, когда уже не давлеет какой-то результат, какая-то ответственность, можно себе позволить и поспокойнее, да, где-то отнестись к моменту и сыграть немножко поавантюрнее. Но отмечаем тот факт, что уже дважды Успенская такие передачи перехватывал. Да, и Даниил Акименко снова оказался на ударной позиции, переложил на левую, с этой ноги тоже. Он хорошо бьет, но в отличие от Комисова не смог сделать хет-трик. Удар его оказался неточным, а Гатагов уже на поступе к штрафной Успенского зарабатывает опасный штрафной.
требуется небольшая пауза. Но здесь все так вот совпало, да? Нужно и шнурки Рахманько было завязать, но и мяч покинул пределы стадиона. За ним также стоило еще сходить. И, конечно же, Виталий Комисов у мяча со своей волшебной левой ногой выцеливает там уже зрит в сторону ворот Виктора Рахманько. Будет бить по воротам. Нет, скидка все-таки на Тарабрикова. А Тарабриков, по-моему, сам не ожидал такого действия от своего партнера. Да, но неподготовленный удар был абсолютно точно. И вновь потеря. Много браков во втором тайме. Бота в таранном стиле, да, чего обычно не ожидаешь от этого полузащитника. Продавил сейчас двух оппонентов, но вот вперед пройти не удалось. Однако вновь Ботов с мячом. Ботов дальнюю передачу сейчас, похоже, готовился на Грибанова отдать, но решил не рисковать. Там Акименко под него подстроился, но через дом, не рискует. Ботов... Понимал он, да, что уже очень продолжительный отрезок времени находится с мячом, что нужно расставаться. Ну и вот сыграл на голкипера. Ну и сразу же атаку Успенского, новый импульс получила. С новыми силами команда ринулась в атаку. Васин не торопится вводить мяч. Вот арбитр уже просит его это сделать. Ну и вот далеко выбивает. На Дубникова скидка на Макинде. Ну и Рахманько здесь хорош. Акименко. Ну и Спирин сейчас уже выполняет функцию чуть ли не центрального полузащитника. Здесь Рахманько будет первый на мяче. Спокойно мяч фиксирует. Ну и Грибанов. Вот это единоборство, конечно, Макинде против Грибанова. Постоянно мы видим в этой встрече. Нужно сказать, что Грибанов часто выходит победителем из данного противостояния. Да, грамотно выставляет руки, не подпускает своего оппонента к мячу. И, да и корпус тоже выставляет. Хорошо играет Грибанов столба. И да, согласен, порой переигрывает Макиде. Даже чаще переигрывает. Пожалуй, что да. Мяч покидает пределы поля. Из-за боковой. Аслан Гатагов будет вводить снаряд в игру. На Комисова, но не точно. Тарабриков первый на подборе. Дубников получает мяч. Здесь Комисов под него подстраивается. Ну, решил продержать немножко мяч, кидал Дубников. Дабы не допустить этого обреза, Макинде вперед. Здесь Диабате ошибается. И это возможность для Алтунина, для его команды. Ну и Чех здорово тоже читает и... Можно продолжать на Комисова, как здорово свободные зоны находит Виталий. И будет в ближний угол бить. Но если бы еще и сейчас забил Комисов, да, то можно было бы заканчивать здесь все, как любит Черданцев говорить. Это да. Ну и стандарт, да, там Рахманько вступил в игру. Отвел угрозу от своих ворот. И то ли угловой, то ли аут был назначен. Да, угловой, то есть все-таки было касание футболиста Успенского, снова Комисов, и справа он тоже умеет, хорошая подача на дальнюю штангу. Мяч в игре, в штрафной площади, и возвращает вторым темпом футболист Аслана Гатагова его ближе к Рахманько, но отбивается Успенская. Ну и много брака, конечно, много потерь, много каких-то таких вот попыток сыграть, да, рискованно, авантюрно, где-то элегантно, где-то слишком красиво. Ну и нарушение правил фиксирует арбитр встречи. Много там сумбура было вот в эти эпизоды, но все-таки закончилось все ударом по ногам, и Комисов сейчас не торопится отдавать мяч Дубникову, сам, похоже, будет снова исполнять. Но только вопрос, с какой ноги? Похоже, что с правой собирается. Ну, мяч под правую, да. А во всяком случае, более удобно стоит. На английском языке сейчас Александр Васин подсказывал своим партнерам. Go step сказал. А Комисов бьет! И Рамжаев из угла спасает свою команду. Рахманько уже был отыгран в этом эпизоде. И спасает Рамжаев. Спасает Рамжаев, но не только он, еще и каркас ворот. Здесь на помощь Рахманько приходит. Был близок сейчас, конечно, Аслан Гатагов к своему очередному забитому мячу.
На момент заигран, теперь уже Успенская имеет шанс отквитать это отставание. Сегодня весь матч Успенская догоняет своего соперника. И, в общем-то, исправно это делает. Комесов под правую бьет. Да, и Рахманько не справляется с этим мощным выстрелом. И сейчас могло пятым мячом закончиться, но все-таки угловой. Ну и Рахманько задает такие резонные вопросы, почему, в общем-то, защитники дают бить. Тем более, понятно, что уже всем уже, да, здесь понятно, кто даже был не знаком с Комесовым до этой встречи, что есть кому пробить. Ну а сейчас свою фамилию в протокол вносит Кирилл Дубников. Здорово выпрыгнул, ну и замкнул подачу с углового. Ты знаешь, этот гол мне очень напомнил взятие от Павла Ботова. Совершенно забыли здесь в данном моменте Дубникова. И тому лишь выпрыгнуть осталось и направить мяч в упор в ворота. Рахманько был в этом эпизоде так же бессилен, как и Васин в аналогичном эпизоде. Ну а счет у нас становится 5-3, повторяет ситуацию первого круга. Ситуацию первого круга, ну и ситуацию первого тайма. Вновь Аслан Гатагов ведет в два мяча. Да, и делают заявку на победу в этой игре. Не так времени у нас много остается в этом матче. 15 минут, ровно половина. Да, 12, вот подсказывает Ярослав Моисеев, спасибо. Ну и Успенскому надо активнее атаковать. Вряд ли планировали поражением они закончить чемпионат этого сезона. Ну, довольно-таки символично было бы, если бы этот матч завершился в ничью, да? Как вот многие такие, скажем, дружеские, товарищеские матчи, да, завершаются ничейным результатом. Ну и здесь было бы это так вот красивая концовка чемпионата. Но похоже, что Аслан Гатагов совершенно и абсолютно не согласен с этими доводами. Требуется только победа. Спирин на этот раз не бьет. Дубников мешает ему. Есть там Ильин, на самом деле, в центре поля. Но вот Спирин его упрямо не замечает. Лезет сам. Ну и мяч теряет. Рахманько здесь первый. Ставит корпус. И не дает Саиду Диабате добраться до мяча. Но и вспылил сейчас Рахманько. Обращается он к главному судье матча. Мол, подталкивали его в спину, и нужно было зафиксировать нарушение правил. Рахманько и замена у нас готовится у Успенского, и она же и происходит. Спирин уходит, и Рамжаев тоже покидает половину поля. Ну и выходит, соответственно, Шайдабеков и, насколько я понимаю, Кирилл Демиденко тоже появляется. И причем впервые, по-моему, в сегодняшнем матче. По-моему, так же. А руки у Ильина были замечены главным арбитром встречи. Штрафной удар. Эммануэль Макенда у мяча. Изменилось еще не все распоряжения, так скажем, наставления. Аслан Гатагов передал своему подопечному, поэтому замена чуть-чуть задержалась. Добеков на Рамжаева, тот все-таки на поле. И вот сейчас Ильин подобедал этот отскок и не попадает в угол. Опасный момент. Давай. Клуб с Рублевки все-таки отлетать один мяч. Но этого сделать не получилось. Опасный момент, безусловно. Самый что ни на есть голевой. И замена в команде Аслан Гатагов. Кирилл Дубников покидает поле. И вместо него Серж Адоу появляется. Также впервые, кстати, в этой встрече. Комесов. Ну, что творит Комесов в этой встрече? Но здесь похоже, что все-таки сначала нанес удар Виталий. А уже затем ему по ногам прилетело. И поэтому пенальти назначен не был. Испытывает болевые ощущения. Вот Александр Васин оттуда с ворот бежит помогать своему лидеру своей команды. Что-то там с голеностопом, по-моему. Васин такой вот настоящий капитан своего коллектива. Действительно, если что-то происходит на поле, то от его взора ничего утаить нельзя. Во всех моментах участвует.
Ну, понятное дело, что в нападении нет, но вот если нападающему, да, какое-то повреждение было нанесено, то обязательно Васин прибежит и спросит, как дела. Ну и дела, в общем-то, у Комисова нормально. Встает он и может продолжить встречу. Тем более, что и заморозкой там тоже воспользовались. Ну, это наше самое главное лечебное средство. От всех болезней помогает. Совершенно верно. А вот снова Грибанов выходит вроде бы победителем в этом эпизоде, но нарушение правил не зафиксировано. И мяч уже снова возвращается к Успенскому. Это Ильин сейчас на ложном замахе Тарабрикова пытался обыграть. Шайдабеков пятый, авантюрно. Здесь Алекс подкараулил. И Комисов уже в игре. Не решился сделать передачу на фланг. Играет на коротке с Тарабриковым. Ну и смотри, какая зона, да, у Тарабрикова была освобождена. Совершенно спокойно он принял мяч, прокинул себе на ход, ну и уже потом смотрел, кому можно сделать передачу. Макенде решил подключиться к атаке. Алекс, и вот сейчас такой жесткий эпизод произошел на бровке. Ильин и Макенде столкнулись, и что-то там за горло держится Эммануэль. Тоже помощь, наверное, потребуется. Но это было здесь, на бровке, прямо под нашими комментаторскими позициями, где располагается и резервный арбитр встречи. Поэтому, конечно, думаю, что если бы было бы что-то в этом противозаконном в этом эпизоде, то обязательно бы раздался свисток. Ну, а так все готовы продолжить встречу. Ну и с улыбкой Макенде возвращается на свою родную позицию. Успенская продолжает из обороны расчерчивать свою начинающуюся атаку. Пас Шайдабекова не точен. Кюссини здесь в отборе. Комисов сохраняет мяч. Нет, все-таки покинул пределы поля. Кожаный снаряд. И Успенская торопится ввести мяч из аута. Да, здесь очень пристально следит за бровкой и вот за боковой линией Евгений Зубов. Помощник главного арбитра встречи. Поэтому, конечно, все ауты фиксируются тут же. Алекс подбирает мяч и набирает скорость. На Доу играет Серж Адоу. Мимо ворот. Наносит удар нападающий, который совершенно недавно появился на поле. Да, бразильский легионер спартаковской команды Алекс вспоминается. Такую прекрасную сейчас передачу отдал футболист Гатагова с аналогичной фамилией. Создал реально голевую возможность для Сержа Аду, но тот не попадает в ворота. А вот сейчас смотри, Алекс как между ног хотел проверить. И еще одну возможность пытаются для Аду создать, будто бы у того именины. Но мяч проходит над его головой. Ну ничего исключать нельзя. Ильин. В центре поля, в окружении сразу четырех соперников оказался, поэтому играет назад. Комисов. Там даже щитки у кого-то вылетели в этом единоборстве. Но как-то никто не обратил внимания, может быть, это с соседнего поля щиток прилетел? Не знаю. Ильин. Ильин не стал пробовать поворотом. И вот еще одна передача на Сержа Адоу здесь против него. Мухамедшин и Хусини. Тарабриков переводит на Александра Чеха. Чех на Комисова. Ну, за все зацепился Комисов. И Рахманько в игре. Будет ли добавление? Нет. Все-таки Успенская первая на мяче. Добавка, может быть, и будет, но уже со стороны Успенского. Развивается атака, но очень неспешно. Конечно, уже все футболисты, уже даже Серж Адоу на свою половину поля смог переместиться. Я бы хотел отметить переход Аслана Гатагова из обороны в атаку и равным образом наоборот. То есть как быстро и мобильно перемещается команда, совершенно четко действуют все звенья команды Аслана Гатагова. Ну, сказывается в том числе и хорошая физическая подготовка этого коллектива. Постоянно они участвуют и задействованы в тренировочном процессе. Поэтому, конечно, физические кондиции не вызывают сомнений. Ну и что касается вообще оборонительных действий, то очень часто мы это отмечаем. Действительно, у Гатагова! Товарищи! Ай да гол Ильина! Да, действительно, прекрасно сейчас Грибанов
выцарапал эту возможность для своей команды. Немножко не с того места разыграли, о чем говорил судья Александр Васин. Ну, а Ильин не стал слушать и ухнул туда в дальний угол. Блестящий гол. И счет у нас сокращается до 5-4. До 5-4. 9 голов мы уже увидели в этой встрече. Ну и действительно, Успенская сейчас очень близко к тому, чтобы сравнять счет. Адол, да, заставляет фалить на себе. Абсолютно точно. Зафиксировано здесь нарушение правил. Ну, конечно же, кто мог подойти к мячу, да? Ну, конечно же, его герой Виталий Комесов, которому хет-трика мало. И сейчас попробует, может быть, и покер сделать. Лучший, наверное, уже бомбардир команды Аслан Гатагов, учитывая сегодняшний хет-трик. Два человека в стенках. Отрядил Рахманько, еще Алтунин на штанге. Удар по воротам! Рахманько вступает в игру. Кулаками мяч выбивает за пределы поля. Заслонили там своими телами футболиста Виктора Рахманько. Не стал рисковать, отбивает мяч на аут. Скидка первой на мяче футболиста Успенского. Тарабриков. Но все-таки нарушение правил фиксируется. И одна из последних атак. У нас уже время основное матча подходит к концу. Так что мы наблюдаем за кульминацией, за апогеем, можно сказать, данной встречи. И где-то немножко болеем за 5-5. Это было бы красивым, действительно, завершением чемпионата. Ну, посмотрим. Все-таки Гатагов, я думаю, с нами не согласится. Сегодня команда его наиграла на победу. Здорово очень действовала. И, кстати, продолжает атаковать. Ну и зацепил здесь Алтунин руками, да, Сержа Адоу, хотя тот уже мяч, по сути, потерял. Ну и об этом как раз говорит игрок Успенского главному арбитру. Ну а зачем тогда было палить, да, если мяч уже был потерян? Поэтому стандарт здесь обязан был быть назначен. Технично. И удар сразу по воротам! Какое ударище! Был ли гол? Вопрос на миллион, я бы сказал так. Потому что мяч очень быстро заметался между полем и перекладиной. Ну и желтая карточка показана Саиду Диабате. А Саид Диабате демонстрирует хорошее знание футбольного русского языка. Без матершинки там было? Ну, а как же, какой футбольный русский без... Я к тому, что можно это дать в эфир? Повторите. Если только чуть-чуть приглушить звук. Я понял. Ну, шанс для Успенского. Очередной стандарт. И Эльдар Шейдабеков будет его исполнять. Подача. И что, гол! 5-5, вот и накаркали. И непонятно совершенно, от кого мяч-то в итоге в сетку ворот отправился. Ну а гол не засчитан. Не засчитывают сейчас гол арбитр. Фиксирует нарушение правил наш главный арбитр. А Успенская апеллирует, говоря о том, что Александр Васин столкнулся с футболистом своей же команды, следовательно, и фола никакого не было. Здесь, конечно, нужно смотреть повтор. Ну да, ну и вот Павел Ботов к нам уже подходит, просит он обратиться к ВАРу, к помощи ВАРа. Однако в регламенте такие функции, к сожалению, у нас не прописаны. Ну, новый сезон, может быть, и добавим позицию с ВАРом. Опыт такой имелся. Имелся, безусловно. Ну и Васин пока еще на газоне. Заморозка ему не нужна. Ну и обсуждение, конечно же, на поле этого момента. Не засчитывают все-таки гол наши арбитры. Большие вопросы от Успенского. Большие вопросы. Здесь уже подключился и тренерский штаб, и игроки.
Но напоминаем, что матч с турнирной точки зрения ничего не решает, поэтому здесь судьям придумывать что-то вообще не имеет никакого смысла. Подтолкнул спину. Нет, не подтолкнул. Значит, спину сейчас на футболиста Аслана Гатагова. Грибанов вступает в борьбу с Макенде. Макенде оказывается сильнее в этом единоборстве. И атака Успенского. Ильин, у него пушка страшная. И он это же нам продемонстрировал, когда поразил ворота Васина. Основное время у нас, кстати, истекло, компенсированное. Пару минут пошли. Но Успенский все-таки очень хочет сравнять счет. И на мажорной ноте закончить чемпионат Западной премьер-лиги. На мирной, я бы так сказал, ноте. Миротворческой. Возможно, Грибанов. Мяч в руку попадает нападающему Успенского. Пытался он убедить арбитра, что в плечо, но нет. Все-таки в руку мяч пришел в этом эпизоде. Совсем немного времени действительно остается в этой встрече. Васин не спешит никуда. И с сильным ударом пытался найти Сержа Адоу, получается, да. Перебрасывает рекламный щит сейчас Виталий Комисов. Считанные секунды у нас остаются. И нарушение правил. Торопится Успенская. Торопится, да, Рахманько. Надо спешить. Последняя, наверное, атака Успенского сейчас пойдет. Последняя атака чемпионата нынешнего года, нынешнего разлива, можно так сказать. Да, а дополнительного матча не будет. Еще раз поздравляем «Титан» с победой в чемпионате. Будет ли пятый гол в исполнении Успенского? Грибанов в штрафной площади, но не дают Никите до мяча толком добраться. Рахманько. Очень спешит. Кюсени. Надо подавать. Подача, но Тарабриков перехватывает. Будет. Нет, не стал перебрасывать сейчас Рахманько. Отдал своему партнеру. И на Комисова. Рахманько. Как же быстро он вводит мяч в игру. Да, вот эта скорость. В исполнении голкипера Успенского. Последние минуты. Хюсейн играет в центр. Здесь Алтунин. Развивается атака с фланга на фланг. Перекатывает мяч Успенская. Вновь Алтунин бьет ворота. Васин сохраняет пока что победу для своей команды. Из угла вытаскивает Васин. Что-то там партнером своим напихал заодно. И его последний угловой Успенского. Последняя интрига чемпионата. Подача, и Рахманько там был готов, но, похоже, помешал просто-напросто Грибанову. Васин хочет сам гол забить, но не попадает в пустые ворота. Да, такой взгляд непонимания от нападающего Аслана Гатагова в сторону своих ворот. Но мяч у Успенского. Борьба на левом краю. А поле, мяч у Успенского остается, ну а здесь невынужденный брак. И похоже, что матч и чемпионат Западной премьер-лиги завершится буквально через несколько секунд. Да, взяли мы уже кувалду, чтобы нанести финальный гонг. Фолы. Абсолютно точно. Ну и вот он, финальный свисток, который фиксирует победу Аслана Гатагова со счетом 5-4. Да, Успенский был рядышком, да, с этой ничьей, с этими 5-5, но, к сожалению, чемпионат на грустной ноте Успенская завершает. Да, и вот сейчас спор Виктора Рахманько с главным арбитром. Говорит, что все-таки была интрига у этого матча. Но он завершен победой Аслана Гатагова. Спасибо большое, друзья, что были с нами весь этот чемпионат. Надеемся, что перерыв не будет долгим. И мы вернемся снова к новой Западной премьер-лиге.
Да, остается еще перипетия Кубка Запада. Обязательно смотрите за финальными стадиями, а именно за финалами Еврокубков. Болейте за ЦДН, за Портер. Ну а мы с вами прощаемся. Для вас работали Дмитрий Ершов, Максим Киселев. До свидания. До новых встреч, друзья. Виктор Рахманько в защите. Thank you.